Всем здорова, дорогие друзья, вы находитесь на канале Сонун, и в данном видеоролике мы сделаем небольшой челлендж, а именно Орел и Решка, Бомж и Золотая лимитированная карта. Сегодня со мной основатель, поздоровайся. Всем привет. Вот. Я думаю, сначала вернемся к сайту, подбросим монеточку, да, соответственно, будет уже известно, кто будет бомжом, кто будет миллиардером. Ну, полетели. Так, ну вот, мы уже, получается, на сайте. Давай, Санчо, выбирай сторону. Давай, у меня будет решка. Все, полетели. Значит, у меня орел. Изи, просто чекайте. Смотри, сейчас будет решка. Сюда! Орел. Короче, теперь получается, будем составлять бюджет. Ну, то есть, кто будет бомжом, чтобы, короче, у него был бюджет, короче, определенный. Я предлагаю закинуть 3, 5 и 10 миллионов. Что думаешь, может еще что-то закинуть? Давай 15. Ну, давай. Боюсь, я не уложусь. 3 кака. 5 кк, 10 кк и 15 кк. Что-то, что первый выпадает, то... Ну, такой у тебя балик будет. Я надеюсь, что это будет 3 миллиончика, я халявну. Я надеюсь, это выиграю. Будет 15. Так. Изи 3. Ну ладно, 5 миллионов. Ладно, хотя бы 5, ладно, понял. 5 миллиончиков. Чё, тогда возвращаемся в игру, мы ютимся, едем покупать машины, тюнингуемся, там все делишечки. Я буду с безлимитной карточкой, так что мне кайф, а тебе придется постараться еще. Так что полетели. Чё, мне и 5 хватит, вот увидишь. Ладно, ладно. Ну, так вот я стал сейчас миллионером, да, соответственно. Я не знаю, что он будет покупать на свои 5 миллионов. Ну, расскажу вам вообще, что сегодня будет происходить. Ну, у него бюджет сейчас 5 миллионов, чтобы купить себе джип, и у нас будут испытания, такие как дерби, гонка, там, ну, проходимость внедорожника, соответственно, и что-то подобного. На приз я еще не знаю, что будем ставить, но можем попробовать поставить там эксклюзивную машиночку, там, допустим, М5 кейс у меня есть. Не знаю, посмотрим, что будет на призу. Может, это реальные денежки, так что да. Не знаю, посмотрим, короче. Сейчас я что, думаю, едем до высокого салона, покупаем себе какую-нибудь определенную классную машину. Давайте, кстати, звук игры подубавлю, а то, мне кажется, он слишком громкий. Вот так подубаем. Соответственно, покупаем какую-нибудь машину и уже будем думать, что-то делать. Ну, я больше чем уверен, на самом деле, что я выиграю. В принципе, что в высоком салоне едет хорошо? На 5 миллионов он себе может, в принципе, даже взять этот же, по-моему, X5. Вот X5 едет этот очень хорошо, поэтому, не знаю, но дерби он не вывезет. Мне нужно на дерби что-нибудь взять с кенгурятником. В принципе, если просрать одну гоночку, но выиграть проходимость и дерби, то было бы кайфово, на самом деле. 260, 270, то есть вот X5 без стейджа едет уже 270. То есть, как вы можете заметить, он едет довольно даже неплохо. Что-то, кстати, далековато, оказывается, южный находится. Вот, ё-моё. Я чуть-чуть перевернула, ладно. Летим. Такая темка, короче. Мне кажется, ролик получится интересным. Ну а также поставь лайк, подпишись на канал и напиши комментарий вообще, стоит ли делать подобные продолжения. Возможно, там сделаем уже с дрифт-корчами или что-нибудь подобной тематикой. Мне кажется, потому что идея для ролика все-таки неплохая. Так, все, мы подъехали, получается, к салону, да. Сейчас будем заходить и выбирать нам машиночку. Ага, у меня слотов нету. Ладно, не проблема, слэшкар. Сейчас я солью туда в гос какую-нибудь машину, которая мне, в принципе, не особо нужна. Это, в принципе, пусть будет у вас Хантер, да? Мне не особо нужен, потому что я сейчас загружу и солью просто его в гос. Так, я тэпнулся, правда, неправильно. Так, УАЗик Хантер, сейчас мы его загружим. Кстати, вот на нем может было... Ну, возможно, кстати, он будет краски на УАЗике Хантере, но это я тоже, на мне даже не знаю, кару. Так, тэпаемся, получается, обратно к нашему X5. Так, год 2, сейчас вот так тэпнусь. Так, слэш кар. Так, он приехал сюда. Он, видите, он приехал сюда, значит, он кто-то тут надумал брать себе в высоком салоне. Так, ну, что я знаю, что может поехать, в принципе, это, скорее всего, новый гелик, потому что на него ставится расширение, там, кенгурятники, все делишечки. Так, главное, чтобы мы сейчас не увидели друг друга тут. Так, слэшфлай. Я, пожалуй, я не хочу, на самом деле, смотреть, что он купит до начала. Ну, сейчас он, как будет выбирать машину, они будут, ну, давайте побежим сюда, чтобы он, может, нас увидеть сейчас. Так, ладно. Давайте выбирать. Скорее всего, это будет новый гелик.
потому что, ну, нужна машина, у которой есть расширение. В принципе, крузак 200 тоже бы подошел, но он не едет. Range Rover тоже неплохо. Давайте вообще посмотрим, что он может купить свой бюджет. В принципе, он может себе купить из таких вот хороших машин. 65 он, кстати, себе не может, если наши взять. Он может... А, ему не хватает на обычный гелик даже, смотрите, ему не хватает на обычный гелик. 5,5 обычный гелик стоит, я даже не знаю, мне кажется, он отсюда ничего не купит. Audi Q7 5,7 стоит. 12. G-класс, вот, я, скорее всего, возьму себе G-классик, да, там не буду ворочать все мозги, но все же. Даже интересно. Кстати, а если взять себе Lamborghini Urus? Да, я сейчас, наверное, возьму себе Lamborghini Urus. Так, купим, да? Давайте напишем: Санчо, ты отъехал? Давайте напишем сейчас ему. Потому что я не хочу реально смотреть, что у него за машиночка. И, ну, мне кажется, Lamborghini Urus спокойно вывезет, реально. Мне кажется, Lamborghini Urus просто вывезет спокойно его. Ладно, давайте выходим. Его нету, все, хорошо, отлично. Его машина тут стоит. Так. Получается Lamborghini Urus. Загружаем машиночку. И так, садимся. Вставляем ключики. И сразу поедем ее затонируем. Ну, Lamborghini Urus, в принципе, как внедорожник пойдет. Я думаю, на него еще гидравличку поставим. Обязательно сейчас затонируем, перекрасим. И, возможно, накинем даже какой-нибудь первый, либо, может, второй стейдж, чтобы реально его дернуть. Ну, в принципе, мне кажется, быстрее Lamborghini Urus нету джипа реально, который справится с этим. Я бы даже не сказал, что Lamborghini Urus это джип, это скорее всего, даже не знаю. Мне кажется, это как раз таки не джип, но ладно. Мы просто такие смотрим именно более-менее внедорожные машиночки. Вот. Мне на самом деле очень сильно повезло, короче, с тем, что мне выпал Орел, потому что, ну, я бы не знаю, я бы на 5 миллионов кто-нибудь нашел бы, но я бы, скорее всего, поехал бы в средний автосалон, и там бы прикупил себе, maybe, скорее всего, X5 какой-нибудь, E70. Кстати, подождите, он тут. Слушайте, он вроде бы тут. Тут стоит ОБДшечка, ладно, проезжаем. Не, в принципе... Но пока, кстати, не видно, что это. А, я понял, что это, ребят, я понял. Возможно, кто-то тоже понял, но я понял. Говорить я не буду, но скажу так, это Мерседес. Стоит он 2 миллиончика, этот Мерседесик. Ну, я уже уверен, что он меня не вывезет, реально. Я думаю, сейчас перекрасим ее в какой-нибудь оранжевый цвет. Диски менять точно не буду. И, возможно, сейчас поставим себе на нее номерки. И они тоже блатные, крутые номерки. И уже будем встречаться. Я не знаю, кстати, по-моему... Блин, мне кажется, я зря купил Урус. Он вроде бы 250 едет. Потому что на X5 мы сами видели, сколько я летел. Хотя вот, смотрите, набирает 260. 260 было, да, 260 есть. 261, ну, кстати, нормально едет, мне кажется, 270 поедет. В принципе, да, едет вроде бы более-менее. Да, 270 у него максимальная скорость, в принципе, это для такой машины мне хватит. Вот, так что летим. Я думаю, на второй стейдж обязательно тоже закинем машиночку, чего бы нет. Так, ну что, и мы заезжаем, получается, сейчас перекрашивать нашу машиночку. Я хочу какой-нибудь яркий цвет, кстати, вот, скорее всего, желтый я... Просто я ставлю, больше у него тюнинга нету. Мне кажется, надо поставить на него гидравлику. Потому что гидравлика на бездорожье, она мне пригодится. Так что покупаем сейчас гидравлику. Все, оплатил. Все, машиночка, в принципе, готова. А, подожди, а вот, все, прыгай, да. Кайф. Машинка реально у меня готова, заряжена, в принципе, уже сражаться. Давайте найдем какое-нибудь место. А вот, подождите. Ладно, я понял. Так, давайте, короче, вот сюда. И спрячем где-нибудь свою тачечку. Возможно, вот прям вот сюда. Давайте ее загоним вот так. И все, тогда я сейчас зову, получается, Санчо. И скажу, чтобы он сюда подъезжал. В принципе, вот так вот, короче, выглядит сейчас моя нынешняя машина. Она еще стоит на втором стейдже. Санчо уже сейчас скоро будет подъезжать. Ты где там едешь? Я уже рядом.
Скажу сразу, я, короче, пропалил его машину еще в начале ролика, когда я вам сказал, что это стоит Мерседес, я его просто не говорил, какой, сейчас вы это увидите. Только теперь он больше не черный, он синий. Вот он. Летит, летит. Давай, говори, сколько машина обошлась тебе. Ну, смотри, сама стоимость машины 3 миллиона 200 тысяч. Угу. Потом цвет 100 тысяч, диски 140 тысяч и первый стейдж 600 тысяч. Итого у меня машина вышла 4 миллиона 200 тысяч. Ну, у меня, смотри. 220 тысяч, 240 тысяч. Машина у меня, короче, на втором стейдже находится. У меня сделана тренировочка, перекрашена она. И также машина сама по себе стоит 11 миллионов. Короче, в общей сложности у меня машина вышла, ну, почти в 20 миллионов. 19 миллионов 700 тысяч. Такая темочка. Угу. Чё, какое первое испытание ты хочешь? Так, ну, давай попробуем с тобой бездорожье. Бездорожье? Ну, я, кстати, знаю одну дорогу хорошую. Там, типа, вода есть, там можно вообще утонуть. Ну, твой Урус там точно потонет. Да-да-да-да-да. Ты своему этому Мерседесу скажешь. Мерседес, в принципе, он меня сам где по себе. Угодно пойдет. Мерседес сам по себе, в принципе, говно машиночка, так что да. Ну ладно, тогда мы к вам вернемся, когда уже будем там, так что полетите. Первое испытание у нас будет в плане того, что, короче, вот это озеро, мы будем его проезжать, то есть бездорожье, такая темка. Так, ну я предлагаю на счет 3 начинать. Давай, раз, два, три, поехали. Так, вот тут я лучше помедленнее буду. Вот, потому что шоу такая тема не получилась. Так, давай направо, давай направо. Ну, потому что понимаешь, что это твой пластиковый Урус. Да. Что он, в принципе, может. О, немцы делают вещи. Сейчас у тебя тут просто утонет твой Мерседесик хороший, и все. Так. Да никуда он у меня здесь не утонет, господи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ты куда поехал-то? Да, я что-то вообще забыл с путем. Так, или все. Подожди, или мы по кругу едем, я не понял. Не, давай сюда, давай сюда. Ну, получается, ну, как по Локи первое испытание против. Давай попробуем вот через эти камушки проехать. Ой, это такой, ты тоже лодка, видишь? Ого. Вот тут лодку. Первый раз вообще вижу ее. Так. Я тоже не видел. На камень ты сможешь заехать, как я? Да, изи. Да-да-да, смотри. Ой-ой, она прозрачная, кстати. Ой, они получаются, да, на камушек заехать? Сейчас все будет. Ну, а я без разгона могу. Даже с разгоном не заехал. Вот что такое Мерседес. У меня не было денег на гидру. Да смотри, без гидры заеду. Один раз показываю. Ну, в конце еще дерби устроим. Ой. Ага, еще, ну давай, ага. Ну ладно, смотри. А что, передом не заходит, да? А, ну тебе и задом не заходит. Но все равно я-то выиграл по факту. Ну тебе просто повезло, то, что он заехал. Да. Багнул? Как багнул? Вот, просто беру и заезжаю спокойно, без гидры заехал. Ага. Фикс, какой у меня дефикскар 16? Все, а то. Так, что следующее-то? Дерби либо гоночку устроим? Ну почти заехал. Ладно, давай тогда... Я думаю, дерби лучше. Давай. Тогда может, давай. Дерби в конце? Ну, либо можем дроби в конце. А, давай что по гоночке-то решим. Можем отсюда, в принципе, до Южного. Долететь. Так, а где у нас Южный, по той стороне образовался? Вот сюда ехать. Куда я сейчас смотрю. Прям до ДПС и Южки можем полететь. Так, фискартая машину. И на счет 3 поедем. Становись ровно. Так, ты хочешь до ДПС, да, Южки? Да, ДПС и Южки едем. Так, секунду. Что-то там. ДПС Южки, да? Ты если там метку поставишь, тебя туда тэпнет. О, дурак. Нет, я метку не ставлю. У тебя машина пропала. Ага, прикольно. Так, чё, вставай, и на счёт 3-то поедем. Ну, я сейчас больше всего... Сейчас мне нужно заправиться. А, точно, кстати, мне тоже надо. Так, set fuel... 2, 3, 1. Кто? А можешь заправить меня? Я что-то не могу. Не можешь? А, вот все. Так, что, давай тогда на счет 3. Раз, два, три. Поехали. Все, отдыхай там, как раньше говорится. Полностью.
Ты раньше тронулся. Нормально тронулся. Ну давай заново. Да ладно, уж есть. Без проблем. Можем подрезать там все, что хочешь, можешь делать. Бам, вот так вот, типа. Ну у тебя лоб багнутый. Какой багнутый? Второй стейдж просто стоит. У тебя первый стейдж стоит. Ну просто он у тебя багнутый, понимаешь? Да, да, да. Я вон по рельсам твой Мерседес проехать не может, говно, потому что с болтами. У меня все нормально проехал. Да, 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 да. Так, вот сюда, дальше вот сюда. Ой-о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 й. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Машина потеряла колесо. Я живу. Я пока тоже. Я бампер уже потерял. У меня вообще там... У меня вообще морды нету. Да, у меня тоже бандитка такая лютая. Так, 300 еду. В принципе, я вот так прям сокращу. 240. Тихо. Не взорви, самое главное, там черный дым у меня пошел. Ух, я живой. Так, 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 так. Ну все, это изи. Второе испытание за мной. Я уже тут сейчас припаркуюсь даже. Не, ну ты сравнил ценник за 20 миллионов и за 3 миллиона. Нет, можно было вывести, ты просто не умеешь машину выбирать. Так, чё тогда? Да, просто у тебя машины уже нету, грубо говоря, груда металлолома какая-то. Да, 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 да. Чё, получается, какие испытания сейчас остались? Дерби, еще что? Дерби, и я не знаю, что еще придумаем. Можем дрифтануть? Вот так вот, типа. Ну, в дрифте я тебя точно выиграю. Да, 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 да. Хотя ну, не, моя машина вообще не глубоком. Тогда вот смотри, я предлагаю сначала дерби, а потом уже, ну, как не в счет, что ли, пойти на дрифт-трек. А нет, дрифт идет, она у меня. Ну, мы на дрифт-трек в любом случае поим там зимний маппинг, то я думаю, нормально все будет. Так что тогда давай тэпнемся сейчас на дерби. Ну что, давай дерби? Да, полетели. Так, ну вот, получается, мы уже на дерби. Давай на счет 3 начинаем тогда. Раз, давай. 2, 3. Так, 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 так. Ага, будем... давай, иди сюда. Я буду мансить, я буду мансить. У меня скорость позволяет это сделать. Очкошник. Да, да, да. Смотри, ты сейчас просто будешь отдыхать хорошо. Ты, ой. Я говорю, видишь, я тебя тараню, у тебя вообще не проходит. Ну, потому что ты передом тарань. Тихо, 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 тихо. Нет, я буду жить. Ой. Я сбегаю. Я на втором ярусе. Я на втором ярусе. Ты упал, ты упал. Ой. Я на первом ярусе, да? Я на другой крыше. Тэпни мою машину к себе. Ладно, первый раунд за тобой. 2-3-1. Первый раунд за тобой, по 0-0. Ладно. Это и то по своей... Да, да, да. Еще чутка. Сейчас. Отъедь просто назад. То я застрял. О. Так, чё, давай вот попробуем все-таки. Я встану сюда, а ты встанешь там, как изначально пробовали. Я позицию у стены тогда занимаю. Хорошо, давай. Тебя, давай. Потому что это преимущество в цене по машине, так что это моя. Давай. Позиция. Раз, два, три. Ну и шо ты? Давай, иди сюда. Ой. 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 Ой, бой. Ой, бой. Не-не-не-не, я не проиграл. Нет! Да-да-да. Какой один машины? Сейчас скажу. 1-1 получается. 230. 1-1, так. Теперь я вот эту позицию занимаю. По очереди. Так. Подожди. Давай, раз, два, раз, три. Я так не разведёшь. Иди сюда. Давай, без проблем. Не бойся. Ну. А ты думал так просто, да? То, что ты просто отстал, ну, я улетел, да? Ой. Так. Тихо, 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 тихо.
Нет, я буду жить. Давай, 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 давай. Бам. Куда ты ушел-то? Боишься? Кого, тебя? Да. Моей немецкой. Нет! Я завафлил! Не, ну слушай, по дерби эта машина выиграла. Ну ладно, по дерби, да. Так, что тогда, давай дрифт испытания и, в принципе, будем заканчивать. Ну и потом на уничтожение тогда просто на треке. Ну и да, можем на треке так. Ну, на треке ты, я думаю, понимаешь сразу, кто выиграл. Но мне кажется, в общей сложности я выиграю все равно в любом случае. Так, давай так. Да нет, я выиграю. Да, 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 да. Тебе надо сейчас будет все... Я уничтожу твою машину. Да, да. Так, ладно. Я получается. Тебе покажу, что такое немецкая мощь. Это нам надо в трек, чтобы тэпнуться, какой лучше всего взять, чтобы поблизости было. Батарея. Ну и последнее, получается, испытание на сегодня, так это будет уничтожение, то есть, ну, короче, до взрыва машины будем сейчас тут находиться, так что давай что-то начинаем, раз, два, три, полетели. Короче, как бы как дерби, только прям вообще на умирание, ё-моё, я улетел. Эй, куда фикскариться, так нельзя. Я не фикскарился. У тебя дверь закрылась. Это было до этого. А, все понял. Так, 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 так. Ну пока вообще я его тулю тут как бы, да, нормально. А. Да, да, да. У тебя уже морда нет, а у меня только бампер покоцан. Нет. Нет. Я живой. Нет, я умер. Какой у тебя день? Слушай, я же говорил, что немцы делают вещи. 17-я идея. Ну а так в общей сложности я же выиграл. Смотри, хоть черный. Почему? Нет, 2-1. Почему? Смотри, дерби моя, гонка моя. Ой, дерби, бездорожье же мое. Потому что я же заехал на этот камень, ты не заехал. Бездорожье, мы с браками, у нас договора не было. Нет, я же сказал, бездорожье 1 балл мой, и плюс за гоночку 1 балл мой. У нас 2-2, ну, получается. Смотри, а у меня крыша моя и уничтожение мое. Ну, 2-2 вообще выходит. Можем сыграть в трай. Кто вин? А, его нельзя кидать. Трай, его нельзя кидать. Мы можем вернуться на сайт как раз таки и, допустим, сыграть в игральные кости. Ну давай попробуем. Готов? Так, сейчас это включаю тебе демочку. Так. Сейчас запустится. Экран на скрин один. Так, что тогда первый кубик это твой будет. Давай их возьмем два, чтобы было более привычно. Короче, первые числа это будут твои, понял? А сейчас подожди секундочку. У меня демку просто не грузит твою. Не знаю, вроде должна уже загрузиться. Не, почему-то не загрузила. Давай перезапущу, попробую. Загрузила? Да, все. Так, смотри, то, что сейчас падает, это твои числа. То, что падает до... Ну, после этого, это мои числа. Так что полетели. Твои числа у нас... Давай. Ух, это 7. 7. Ну, слабенько, слабенько. Это можно спокойно перебросить на самом-то деле. Полетели. Так, 7. 6. Я не хочу. Получается, сегодня я победил? Ну, получается, так. То есть машина, которая дешевле... Значительно дешевле. Ты видишь сейчас ее, в каком она состоянии? Выиграла твой урос. Но она живая, в отличие от твоей. Ну, ладно, соглашусь. Ну, короче, ребята, если вы хотите продолжение какой-нибудь такой рубрики, чтобы мы замутили, то давайте под этим роликом соберем 35 лайков. И пишите в комментариях, если вы хотите, то пишите плюс, если вы не хотите, пишите минус. Ну и всем спасибо за просмотр, вы находились на канале Сонун. До новых встреч.